Гиперпигментация – повышенное отложение пигмента в коже, которое приводит к потемнению отдельных ее участков. Форма, интенсивность пигментации, количество элементов и место их расположения индивидуальны. В развитии гиперпигментации особая роль отводится избыточному накоплению меланина. Различают врожденные и приобретенные гиперпигментации. К врожденным относятся веснушки, родимые пятна и невусы. Их появление обусловлено генетическими факторами. К приобретенным относятся хлазма, мелазма, лентиго, поствоспалительная гиперпигментация. Причины их появления могут быть чрезмерная инсоляция кожи и пренебрежение факторами защиты от ультрафиолетового облучения. Воспаление кожи, особенно длительно протекающее, оно может быть связано с травмой или кожными заболеваниями, в том числе акне. Гормоны, длительный прием некоторых гормональных контрацептивов, беременность, период преминопаузы, менопаузы и климакс, некоторые заболевания гормональной системы. Соматическое заболевание, аутоиммунное, желудочно-кишечного тракта, расстройство обмена веществ, нарушение витаминного баланса, длительная инсоляция. Прием лекарственных препаратов, обладающих так называемым фотосенсибилизирующим эффектом. Суть его заключается в повышенной восприимчивости кожи к солнечному излучению. Несоблюдение правил ухода за кожей после некоторых косметических процедур – термоабразия, лазерная шлифовка и так далее. В нашей клинике для лечения гиперпигментации применяются следующие методы коррекции. Это химические пилинги, лазерное удаление эпидермального пигмента, фракционный лазерный пилинг, лазерное лечение гиперпигментации и лечебно-косметическая линия ZO Skin Health от Zena Abadja США. Химические пилинги, такие как гликолевые, ТСА и ретинолы. Они представляют собой процедуру удаления поверхностных и срединных слоев кожи с помощью растворов кислот. Кислоты обеспечивают равномерное отшелушивание клеток, что обеспечивает коррекцию гиперпигментации и омоложение кожи. Фракционный лазерный пилинг лица и лазерное удаление эпидермального пигмента – одна из ведущих методик на сегодняшний день. Она является процедурой выбора при более глубоком залегании пигмента, таком как уровень дермы, а также при сочетании возрастных изменений кожи с гиперпигментацией. Процедура выполняется на фракционном эрбовом лазере DermaBlade MCL30 фирмы Asclepion, производство Германии. Лечение должно быть комплексным. Сочетать несколько методов коррекции, например, лазерный пилинг или косметика на основе ретинола. Важно знать, что все методы удаления гиперпигментации не воздействуют на причину ее появления. Для предотвращения образования новых пятен необходимо применять лечебные средства, направленные на подавление повышенного синтеза меланина в коже.